противостоять. Президент ответил, что такое было всегда, и вспомнил легендарную историю с убийством Иваном Грозным своего сына. Многие исследователи считают, что никого не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался, значит, Русь православную превратить в Русь католическую. Когда, значит, Иван Васильевич ему отказал и послал его там по известному адресу, значит, вот возникли всякие такие легенды и прочее, и прочее. И его, из него сделали Ивана Грозного, такого, значит, супер жестокого человека. Рабочий родом с Донбасса эмоционально говорил про ситуацию на Украине.